Здравствуйте, Станислав. Добрый вечер всем остальным. Рандомно будет. Сегодня мы будем с вами играть в Dota 2. Господи, как же ломает. Курьер. Все еще хуже, чем верно, это трежер. Найс. Это странно смотрится. Ну, тоже странно такое себе. Это чуть веселее, типа щит с вами. И сзади есть у него щит, просто король щитов. Став тоже там задорно анимация видел. На Тинке. Золотые башни, это свэк. Ну это, наверное, топово. Что ж, мне попадется. Найс, найс. И самый плохой, там далеко не самый плохой. Даже король щитов. Алло. Алло. Поздравляю тебя с пятницей. Алло. Поздравляю, поздравляю всех. Почему ты это? Что тебе дропнуло из сундука, Андрей? Мне? Да. Сейчас посмотрю. Алло. Мне дропнуло... Палочка на этого лешего. Мне щит на самом. И как он, клёвый? Ну, не знаю, это далеко не самый плохой предмет. Там был, по-моему, типа, какие-то ужасные... Не знаю, на антимагу очень странные вещи такие. На SF вот эти лапки, они... Что они меняют вообще? В смысле? На SF, по-моему, неплохие, они... Руки до золи. Что они меняют еще раз? Руки. Ну, руки, ну и чего? Ты... Ну, а анимация не меняет каких-то слов? Не знаю. Ну, вот щиток твоего меняет же? Небось, станы меняют. На SF, по-моему, прикольная штука. По-моему, дали 40-палку, классно. Ну, 40-палка неплохо выглядит, там станчик у нее приятно. Такой синенький весь. Самое дурацкое, по-моему, на Вайда и на Дизраптора, они очень странные. А на Вайда что там? Там какие-то плечи. Плечи? Плечи на Вайда. Я понимаю, когда пушка какая-нибудь, да, там одно дело, плечи. На антимагу мне тоже не понравилось. Типа башеры, которые почему-то с ножами. Что? Там есть золотые. Золотые, это, конечно, свек. Такое. Так, ну мне нужно на Санкунге не играть. Капец, там они катаются. Питерские гонщики. Вода. Задроты. Нет. Ох, well. Я, короче, хочу на бестмастер. Эм, дэгон. Ого, пушите, как, знаете, как мразь. Давай. Okay. А чё? Я один раз попался против чуваков, которые взяли типа
Угну, вот эту Джакира, Шедоу Шамана и сломали нам трон на минуте на 13. Андрей, а ты в харду идешь? Я не уверен, я могу в лес, могу суппортить. Вообще, все что угодно могу делать. Что делать, если у моей деспрофетки нет ног? Так она летает, зачем? Ну, типа, у меня там просто пусто. Ваша, это шмот кабинет сейчас. А я понял, он пойдет наверх. Ну, да, они жадные. А мы-то не жадные. Кстати, я могу с тобой пойти вниз, и мы можем гаситься. Я типа куплю щиток, ворву феном, и это больно. Это 30% замедления стычки. Как тебе? Ты пойди лучше лес пофармировать, если это игрок 10 минут. Наверное, да. Ладно, пойду лес. А чё лес? Мне ничего не нужно покупать вообще? Вокулеру какой-то, Паш. Так а чё, можете оставить одного легиона командира наверху, а вдвоём пойти вниз, разбивать кабину ноги? Ну, я думаю, легиону будет плохо. Чего там будет, братун? Он нам нужен. Не знаю, странно, типа легион нормально сидится. Не знаю, что я закупил, какой-то мультик, какой лес. Нам... Чтобы вы были на рунах, какой-нибудь майнер. Ты думаешь, его нету уже? Миньоур. Не хочу разбиться на миньоур, хочу. Да ладно, тебе не ссы. А! Как же вы его... А какой мне фарм фар... Ой, камп фармить? Вот этот или вот этот? Или вот этот? А проблощик крипчика, Паша, проблощик крипчика. Вот. Он да, скайпе вообще? Не слышу его. Паша? Да. Алло? Ну, вроде был. Чё? Да, так какой фармить? Мне сложный или средний? Почему ты думаешь, что он сложный? Ну вот этот сложный, а это средний спаун. Я знаю. А, ты сейчас на топе. Бедный Рубик. Я посмотрел на Рубика, у него отрубили, короче, спину. Дима, мне забирать на топеру, ну, на второй минуте? Я не знаю, если он возьмет себе ботл, забирай. Вообще можешь забирать, забирай. Не, ну тебе не нужна, если нет. Я забираю. Ну. Что? Я сюда, я сюда. А, блин, там, блин. Видишь, у него суицид есть. Spirit Breaker. А где еще один обр? Что эти обры ему такие, видите? Ботл принес себе лень. Классно. Просто фармируешь, не можешь бегать.
Давайте его пойдем. Че он делает? Я карбоном. У тебя стана нет, что ты хочешь. Так смотри, что я умею. Ну я не могу. Не фит, не фит, карбоном, пожалуйста. Убежал. И никаких обещаний по поводу возврата не делал. О, а я крипов могу сюда запулить? Смотри. Ага, с батлом. Ой, я запулил их. Андрей, нужно, чтобы ты законтролил руны наверху. Бегу. А, еще не пора. Чёртова тачанка. Боже, здесь 50 стаков крипов, мне страшно. Я не слышу, что он говорит, но я слышу, что он орёт. Не слышу. А кто именно? Наш тип. Мьютит. Есть подкоп. Есть подкоп. Слышь, иди сюда, давай, иди давай, сюда. Давай, стрип, 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 стрип. Он не догадается. Давай, ну. Уже? Ну. Вау. Найс. Вау. Могу тебя покормить? Маной, а ты меня покормишь тангусом? Да. Только... Я не готов еще. Брат, по-моему, летел на телепорт. So good, oh my god. Блин, мне где-то тоже набрать третий левел, чтобы я мог фармить песочка. Вы что, не застапались? Я не застапался. Фак. А подходи сюда, а то он может зафармить спау стаки. Кто, кто? Ты сейчас? Там меня с помощью кто-то бить. Да. Складывай, складывай ботл, складывай ботл, братан. Тебе... Ну, не успел ты нифига. А у меня течес тут, Паша, можешь прийти в лес помочь? Я не думаю. Пойди, вот, сейчас. А, он не зафармил на тебя, ну ладно. Дима, ты что-то важное несешь? Да. По-моему, регион собирается медас покупать. Перевязай, перевязай. Не очень хорошо. Перевязай куру. Да, да, он хочет медас. Будет кто дерево, хочет вниз пойти постоять? Я пойду в Эйнштон. Фри экспа внизу, алло. Наверное. Мне нужно фармить лес. Я же вторым песочком могу уже что-то заткнуть? Нихвар тут стоит. У меня есть рор, точно никто внизу убивать не будет. Хочу, хочу, но... Not so soon. Не so soon? Mm-hmm.
А, они вернули обратно. Что? У меня есть ТП-шка, но... типа... Урон понятно там. Тут лишак будет, скорее всего. Вот, смотри, осторожно. Go. Они нормальные, почему они постоянно тут ходят? Я могу прийти наверх, можно запушить башню? Магинвис. Будет что-то в него, будет что-то в него. Давай, давай, нужно пушить, пушить. Зачем? Чего? Так вот. Пойду поищу стаки ноги. О, нашел стаки ноги. Yes. Найс пушим, братан. Стики не забудь. Убил бы. И так убил. Гайс, там надо прифармить на низу. Нормально? Ну смотри, он прифармит в лесу. Не считается. Чего? Ладно, уже не давайте ему заседать. Блин. Нога взяла нижнюю руну. А чё он стоит в лесу, когда он может стоять на линии? Я не могу понять. А, протканишь меня, Паша? Конечно. Всё. Вас аккуратно тут мины. Вы аккуратно, правильно. Я пошёл. О, я рыбаю со своей воронкой. Я, кстати, могу зайти, если надо. Я без маны, я без маны. Там ты сейчас будет бежать на базу? Там будет кто-то бежать на базу? Валовый, нет? Не хочешь блинк сначала купить, потом... Ты сейчас умрёшь ещё. Ладно. А, у нас кура бегающая. Пойдем, нам нужно... Пойдем вниз, пойдем, если ты... Нам а у нас... Есть какая-то возможность апокурьера? Я... Пойдем, нам нужно их давить. Типа, зачем мы собираемся выиграть легионом, который ничего не может сделать? Пошли, я с тобой ультой и всем, чем надо. Пытаюсь не палиться. Здесь есть какой-то базилка? Мазнешь ботом? А давайте я его цеплю. Давай, давай.
Я без сайленса, только, но мы так. А чё по мне? Бурная башня. Видим, да. Это Рубен. Так пойдём их убивать. Я... скушал танго. Я валю. У меня маны нет. Манды нет. Кроме этого. Она Агата. Ну шо, сбивай ее. Давай, вперед. У меня маны есть. Мёль, ты нет еще. Я не могу тогда без маны. Остаться на руне, нет? Ну давай тогда подождем. У меня скоро на мечте минер вниз идет. Вы можете? Мы сильнее пока что, чем они. Иду с ультой. Пойдем. У меня 3 секунды. Я же успею это часа убить до того, как он того. Нет, они хуру видим. Там сентрики что ли? Ай! Пойдем. Нога вот здесь, ребят. Ай! Мы его точно хотим? Может, знаю. Подкопаю... кого? Да, кого-нибудь. Никого не подкопаю. Получается. Чё я так выхил, я так стал? Тебя легион командир спокойся. Не легион какие-то. Выглядело жестко. Кетбэк? Нет. У меня ульта есть, пойдём. Хотя, не знаю, как-то они собили поубивали всех грибов. Ладно, значит мы не можем. Кетбэк? 5 версус 4. Март Нолан. А, у него меда все-таки. Нормальный пацан. Шли это один. Там мин нету? Хрен знает. Ты сейчас 8 левел, лол. Так это же тачусы нормально нафигели. Ну, Рини стоял. Нормально нафидели, говорю. Меня украли подкоп. Меня что, подкопали. Пойдем? Ну чё, пошли. Копали хоть два. Может, это ворок? Это ворок его. Я просто ультанул этого бомжа. Все равно я не думаю, что у него тут. И второй башни, второй башни. Влад, а пошли на Леш. Тут а, ладно, мины, давай. Я блинкуюсь на него, гайс. Нужен этот. Я ультану просто. Да, давай. Слишком. Шрак там пушит. Я могу ТП-шиться. Я тоже могу ТП-шиться. ТП-шитесь. У него и его есть. Сетка. А пошли? На перебес. Быстро его закроем. Да, пошли. Будет что еще у него? Очень быстрый. Там, короче, Андреева уже ловит. А, стой. Да? Давай так что. MLG. Ю. Так, ну я это, ультрафаст. И теперь надо вот тавр. Ультрафаст вейл делаю, потому что он типа боевой. У нас миллион магических бенди. Я пойду руну посмотрю, мне маны вообще. Паш, может соберешь руну? Урну? Ну, мы пушим. Да. Может лучше меку куплю? Не куплю. И это что такое? Блин, они видят там птицу как-то. Понимаешь, он сейчас... Ага. Уфа, куда это здесь, куда? Пойдем отсюда, вот, пойдем. Боже мой. Спасти кабанов. Это стачество. Смотри, сейчас.
Сейчас надо мне что-нибудь подформить. Я возьму вторые некра. Ашана и пойдем. Знает. Пускай знает. Я вторые летят. Да шрап не тот. Блин. Ну, я 900 хп, но у него юго. Я не уверен, что я могу его соло килыч. Не надо, не надо соло килыч. Пойдем. Надо сейчас Рошана будет забрать. А кому Рошана у нас дать? Легионки, наверное, с блипком, тем более. Купи тут эту пешку. У меня очень близко второй некро. Дропнул. Я тебе скину. Ну, ладно. Все, там еще одна лежит, если помню, нет. Ой, да. Это течис, боже. Ладно, я возьму себе две ТП-шки. Бери. Видишь, Андрей, там тебя идет Рубен. Ну, что ты мне предложишь? Пойдем, пойдем. Там надо низ отпушить, будет кто-то туда. Пойдем, давить, пойдем. Типа, что нам надо сделать? Пушит. Там только иллюзия. Он додумался? Он додумался купить свой дагер. Ну типа там миллион мин, там миллион. У нас есть какие-то мины? Не, можно сюда заходить, наверное, хотя там... Куда ты собираешься заходить? На мины? Вот мины. Радианс тоже нехорошо. Радианс, все, типа, до свидания, мы проиграли игру. Я правильно понял? Нет. Нет? Ну, почему? Ну, как ты собираешься ломать? Ладно. Нам нужно кого-то выцепить. На миллионе не типа, сейчас. Типа, давай рубрика. Блять. Ну по трупу ударил. Меня это... Yes, так вот. Вот теперь можно... Минка. У меня ульты нету, я типа... Пойдем, думал, пойдем. Что я смогу. Думал, что они пойдут вперед. Ак. Не крайне разбил опять. А сайленс ему нет? Нам тяжело найти захватить. Окей, Зак на, Зак, 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 Зак. Братрум не может еще бежать. Фак! Фу, хорошо, что она не смогла это. Нажала. Ну я не знаю, ну давайте. А вардов можно? Так, в наших лесах. Там, по-моему, только люди есть, честно. А, ты тоже третий некро собираешь? У меня уже есть оружник. Не, я Диме. Да. И чего он вместо того, чтобы линкануться на пацана, у которого 1000 хп, и убить его? С ДДшкой. Умирает, да, хорошо. Боже мой! How is this? Бред. Бреда. Ну это такой идиотизм. Просто он бежит на пацана и меня задел. Скажи, ты легион, которого я спасал. Ладно, я, наверное, блин, не буду покупать, лучше я гоню. Лучше Владнерс купить или Керас. Типа у нас регион ничего не делает. 5 армона? Ну, пайпу, я не знаю, неку, что-нибудь. Пайп нам, на самом деле, полезен, типа, пока что. Вот Нага заходит в иллюзию и нажимает пятерым... Вейв, вот этот, рифтайп. А что он думает о себе, Влад, Владплов? Я не цепанул. На Рубик, что думает, он без... без даггера. Они бы... нет, ты трюк. Я реально не достаю. Вот тебе. Давайте я достану, хорошо. Я достану, гайс. Легионка могла достать. Аж нет блинка. Нужно... Давайте Нагу, я не знаю. Нага внизу это лечит. Пойдем Рошана и Браву заберем. Да. Давайте Рошана. Заходите. Спинаем без моей ульты или нет? Нет.
Да, да, да. Ну ладно. Нам не нужно знаю, на башню. Ну, не знаю, где башня. Ребят, я тут нашел коробку. Не хотите на нее? Смотри, что тебя там не за камерой. Это вряд ли. А вот Рубика, Рубика. Идите на нее. Ой, пойдем, пойдем. Вниз можем. Нам нужно, чтобы кто-то нажал мне сейчас. Разделили. Армор. В смысле разделили, мы все получаем фундамент. Неважно. Чё, морально мы разделили. Мы приняли этот урон вместе. Тимплей. Хорошо. Для пацана там уже упало. Или можно еще спасти? Нет, нельзя. Не, не надо, не надо. Быстрее ещё. Нужно мины, чтобы раздевать, ну, кто-то чтобы зашел. Я могу зайти. У меня есть свинья. Там бортан заходит просто. Ого, нихрена. It's fucking dead. Все еще одна мина. Я крик. А, не достал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, я не достаю выжигать ману. Пойдем отсюда. Смотри, Андрей. Это нехорошо. Может, у нас бараки упали. Это нехорошо. Не понимаю. Чего у нас вот этот товарищ зашел? Ты за Егиса издох. Интересно. Я думал, вот, кстати, я не знаю, чем. Легионка медленно фар. Всех остальных уже миллион раз больше. Блин, самое обидное, что он купил себе этот Мидас и не может почему-то. Какой Мидас? Типа, посмотри на их героев, посмотри на наших героев. А пофиг на Мидас, вообще на все пофиг. Ну это тоже. Просто 26 минут с Мидасом. Я ждать чего-то больше. Тем более, что мы у них все товары забрали, считай. Го-го-го-го-го-го-го, стопать, 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 стопать! Just kill him, just, Нога внизу. Не способен. Стойно. Ладно, я соберу, короче. Может, нам реально поможет этот армор и лайфстик небольшой. Изолятор. Это не БКБ. Я надеялся, что это БКБ будет. Да. Ей бы тогда ничего не смогли сделать там, ребята. Фокен ретардит. Ты в порядке? Нет, живи, Андрей, живи. Руки ты можешь посетить. Так, чтоб не украл, чтоб не украл. Что вы делаете? Какая разница, что ли? Легон, легон идет. Пойдем, 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 пойдем. Если он прыгнет. Ну не, а ну братан! Он не смог. А у него. У него есть ульта, лол! А шо? Ну да, игры нет. Пойдем еще вот вниз толкать. Но он не смог нажать его. А куда он его нажал? Ну тут сюда нажал. Окей, или ты пущ. Трэш.
Если бы мы двух забрали, было бы вообще шоколадно. Мы могли пойти. Я не понимаю, что мы вообще делаем там, да. Ну, нам нужно было зайти к ним, сломать барак до 20-й минуты. Да? Но у нас были некра, а у Наги не было ничего. Нет, у меня был радиант. Больше, чем нужно. Ну и что? Что радиант? Два радианта. Ну, у нас нет 10 тысяч даже до формы. Мы не можем тут так пробовать его добить. Пойдем, пойдем. Может кто-то фармить здесь? Может, типа, нам не нужно пытаться нырять, нам нужно просто держать осаду и там наплевывать чем-то. Подержи. А нужно, чтобы легион пошел, кого-то убил. Давайте я смог нашему метаболу кого-то кинуть. Вообще, типа, у нас есть два блинка, у нас есть рор, мы можем цеплять. Все равно заберу. И мы можем, типа, стоять у них под тавером, кто-то отделился, сразу его бахнул. Кто он опять идет на мину? Что это такое, блин? Что там украли? Я не достаю. Дуэль украли. Там лишь рак сверху идет. Мы забиваем на него. Там миллион мин, видел? Иллюзии пришли. You're in the range, you're in the range. Дима, у тебя есть лита? Да, ну, сейчас, наверное, снимай стоп. Оу, таким образом с меня смог сойти. He's finishing the game, guys, they are finishing the game, hello! Еще одна мина там. На свой шаг на базе, видели, да? Меня нет ТП, что он пытается сломать Т4. По-моему, две стороны. Но мы не можем... Почему? Крипов нет, валёт. Почему тут бэкдор идёт, лол? Лучше крипы дохли, потому что Нага отпушивает, боже мой. Ну и... Там нормально? Так мы и зашли у них на хиграунд. Ну клёво. Там не должен был быть. Я нет, это ты. Он сейчас меня убьет еще. Плохо. Я не могу тебе ничего помочь. Фак. Если на меня сейчас барак возгонится. Еще раз выйдем с базы, у нас выйдет кран. Мы не можем не выходить с базы. Ну. Так нам надо решительнее у них на хайграунде действовать. В таком случае. Не знаю. Если Нага умная, то у нас будет стоять вот здесь вот три иллюзии и убивать всех крипов. Значит, нам надо убить Нагу. Короче, я беру даггер. They are here. Ладно, наверху не вижу никого. Ты иллюзий. Да. Он вверху баратром. Пойдем, пойдем, Влад, на дешака. Можем? Можем? Дешака? Да. Это пешки. Я иду. Your middle tower is under attack. Move it. Nice, nice.
Рубик так. Можем пойти в Рубик? Нам надо найти настоящую нагу и бахнуть. Ну да, да. Смокбойс. Смотри, у меня сейчас есть любимая иллюзия. Него... Смотри, тут Рубик. Топоры у меня забрал. На меня разгоняется братром. Пойдем, 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 пойдем. Ну. Вот это куда? Ты иллюзия. Что-то видишь? Нет, нам нужно их поймать. Значит, почему мы будем делать? Ну так куда идем тогда? Ты говори, либо конкретнее, либо... В лес вот тут стоит. Ну, у нас трон уже горит. Your middle tower is under attack. No, ну, а если бы мы задайвили непонятно куда, у нас бы сгорел до конца вообще. Your middle tower has fallen. Иллюзия. Я могу на лишрака прыгнуть. Не знаю, наверное, стоит уже тогда стоять на игровом где раз. Все равно может быть. Nice. Предупреждайте хотя бы. Может попробовал. Я бегу, я бегу. Ты не настоящий. Пойдем лишака, пойдем лишака ловить, пойдем. Будет. Он с блинком. Он с блинком, он с блинком. Хорошо. Короче, нагу мы Отстань. Я могу купить гем. Есть у кого-то? Можно спросить. Ну типа, если мы выходим, то нам просто минки портят жизнь невероятно. Но мы их не можем быстро убить, потому что иначе нас быстро убьют. Ну вот видишь, нам... Я вижу. Ну блин, Андрей, чтобы такого не было, нам надо было не жевать членов внизу, а их кушать. Но мы не могли идти их кушать, потому что у нас... Ну, короче, были причины.
С легионка не может целить использовать. Так себе. Или срока будет кто-то? Он там, скорее всего, не один. С Рубиком, да. А нет, ну он без братрума. Я запрыгну. Если увижу. Братрум бежит. Там... Тут горит уже. Где тренд? Че, не хилит базу? Лол, он птицу ищет. Пойдем ли широка? Блин, они птицу убили. Я на базе тут. Serious troubles. Ну это типа мало. Ну дальше. У меня есть пейбэк. Ни хрена рейндж у него. У него огонь, так что давайте сейчас подойдем. Это самое. Your middle tower has fallen. Dire structures are fortified. Bottom barracks has fallen. The enemy now has mega creeps. The impurities unite in me. Your ancient is under attack. Your ancient is under attack. Radiant victory. Ну почему здесь воль? Андрей, грузовик сломался. За базой лучше следить. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но Андрей берет подряд четвертую игру на Sand King, и мы проиграем четвертую игру подряд. Без намеков. Подожди, наверное, не четвертую, третью. Что есть общего во всех играх, которые мы проиграли? Вообще набор игроков. Смотри, Brink. Вейл — это игра, там, где Паша на Блудсикере гамзил. Андрей, собери уже, наконец, БКБ Башер там какой-то. Так, потом смотрим. Не, подожди.
Даже если Андрей был на Bloodseeker, мы все равно поиграли. Нет, ладно. Может, дело не в Сенкинге. А может в Сенкинге. Кто знает. Кто... У меня есть кабанчик на Бестмастера, кстати. Вы видели, вот этот ужасный бегал? Да. А, это мой кабанчик. И орел у меня тоже мистикл. Кто занимается этим, мне просто интересно. Чувак настолько старый, что он знает, что такое флоппи диск. Еще не начинается с... А, конец. Так. Нет, Андрей. Я не могу уже репикать. Все будет нормально. Единственное, как можно проиграть, это если они сейчас пойдут. Я не смогу. О, нет, опять этот минер. Nice heroes, ребят. Паша. Окей. Nice heroes. Вот, нужно рандомить. Есть стратегия, называется боевой Terror Blade. Сейчас на всем. World First Meet Spectre. Я думаю, это не World First. Идем? Наверное, будем там все дела. Нет? Мне нужно проблочить либо в себе. Нижнюю или верхнюю? Верхнюю. Так идем. Боже, что делать? Проблочить крипов. Ты ж можешь потом... 8, ладно. С топориком. То есть, считай, у тебя 50. Ну, ты кого-то можешь закинуть, Влад, так что... Ладно, их. Надо, чтобы он подошел. Ну, уже поздно, типа. Ты берешь? Да, хотелось бы. Спокойно рэк. Вот, нужна, что ты нужен наверху будешь. Андрей снова нафидел. Я, конечно, не удивлен. Все-таки
Я сильный твич включил. Ходи. Их двое. Теперь я знаю, что там. Теперь мне лицо оторвет одна мина, правильно? Достал. Может, ты пропулишь, типа, в чем ты стоишь? Я на самом деле могу подойти, можем его... А, это Илью. Знаю. Я закрываю. А не согрез? Найс. Профешн. Да блядь, что? Смотри на него, мы можем его убить. Я. Ко мне пришли. Жди, 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 жди. Типа ты подойдешь. Я здесь. Влад? Влад? Теперь я далеко. Сказал бы, что ты и правда подойдешь. Я сказал, я подойду. Ладно. Что такое? А еще будет на него? Еще на 6 секунд. Будет, мне шман. Так он убежит. Смотри, смотри, давай. Я без тапка, я не могу его догнать ни при каких раскладах. Тебе нужно сначала говорить. Ну, типа он подошел просто очень резко. Я думал, так ты подойдет. Напал и говоришь, давай. Ай, почему я так лагаюсь? Встань здесь, может, мы пробуем. Мы будем топориком пробить сейчас. Пойдем на него, пойдем. Вот сейчас. Влад? Да я иду, я говорю тебе, давай. По-моему, это на полке. Что, не можешь за плечом? Я могу за плечом. Отлично, у меня иллюзия, короче, сдохла на него. Хоть не ты, радуйся.
Ага, I'm fucking wrecked. Не, нет, ты пушки. Ты wrecked еще. Он берет урну еще одну. Этот хилящий моб, он, короче, дикарь. Блин, он оказался сильничем. Пойди на линию, я попробую. Пещали. Шейкера нет, ребят. Он без ульты. У него была руна, это самое. О, он где-то здесь, где-то... Или тут минер у нас, короче. Ладно. Или шейкер, или минер тут. В лесу. Ага. Он 6 левел уже, кстати. Окей. Ну, транквилы, короче, мы не убьем. Я могу скоро полететь на куда-нибудь. Хочешь вертолета, уважаемый? Да. Вот, Сереж, 8 секунд. Ты бежишь, я нажимаю сразу. Отойди. Минер шейкер у вас. Они отлично проблочили. Фиссура пятерочка. Их там ЦМ-ка в лесу отводила, по-моему. Так, я пробую ее найти. Алло. Да. Поехали? Можем этого еще раз, братан, на вертолёте? Да, можешь. Ну, никого не будет. Димаш есть. Дима куда-то побежал? Вниз. А у него... О, а у него вижона-то нету. Это было излишне. Нет. Пошли с нами. Давай, я тоже. Минер хочет суицид нажать? Ага. Нет! Вы проигрываете, да. Вы очень сильно проигрываете. А вы не видите этого? Закрываю их, Дима. Где-то там. Сюда, блядь. Есть что-нибудь лечу? Ты там один. Чё это я один? Этот братан уже суицидился в прошлой драке. Почему он здесь? Не суицидился он. Суицидился? Да, нет, не суицидился. Суицидился. Алло. Зачем убил? Окей. Иду на то. Выйду, блин. Нет, это пешки. Мины здесь есть где-то? В лесу? Нет, вряд ли есть. О, я инвиз возьму. Я вот здесь вот разминировал мины.
Боже, Паша, ну... Андрей, замьютил. Ну, блин, замьютил. Я помню, что я беру замьютил, тебя, замьютил. Полез меня обсорвало, на самом деле. Ладно. Я бегу, Андрей. Я не догоню ее так. Догонишь. Аккуратно, здесь могут быть мины. В этом месте. Да, не можешь. Вон там внизу падает башня у них. У них? Да я иду наверх, я иду наверх. Mm. А, ты фармишь. Ой-ой-ой. Серьезно? Сколько у вас валича? А, у него Медас? Я понял. Нормально. Медас не убил тебя, Андрей. Что Медас тебя убил? Нет, меня Медас меня как раз убил. Потому что... Зачем так стоим тут? А как вы... А... 11 левел лич? Шейкер с блинком. На 2 левела выше было. А, Паша, на низ будет? Уже там. Будет. Я ТП-шу сюда и побольше пиздец. Ты хочешь, можешь уже, типа, не стесняйся. Рано еще. Так мне просто прыгать на него или что? Фак! Не есть ульта, надо? Блять, не хватило, что-то. Понял, не надо. Бред, мы не можем вообще драться там. 4-5 кастеров. Есть ульт, есть пашка, есть дагер. Паш, сколько до ульты? Много. Ну-ка, попробую разминировать. Так, из наверх. Не думаю, блин. Мина. Я бы не советовал тут зайти. Чем мы ходим так? А как? Ну я не знаю, это странно. Пойдем. По иллюзиям на контейче здесь. А можешь шоу мне закинуть? Ух. Господи. Если ты кинешь дагер, будешь пить воду, возможно. Нет, лич слишком сильный. Шокирующий лицо. Ну ладно, остается надежда на Торжеблэйда. Он бежит к тебе с дагером. Я в курсе, я в курсе. What? What? В смысле? Это ты мне говоришь, да? Когда у тебя ТП-шка была? Хорошо. Действительно, да, толку летит, конечно. Вертолет 1 хп. Да, смотрю, вертолет 1 хп, но давай кинтаур лезет. Ой, боже. Паш, нажми ульту, убьешь вертолета, мне кажется, нет? Если он не ТП-шнулся. А, вот. А, он ТП-шнулся.
Он ТП-шнул сэки, он с фулл хп там стоял, Андрей. В смысле? Он обратно бежал. В смысле, у вертолета было фулл HP. Я про это тебе говорил, что он ТП-шнулся. Ну, блин. Когда у него был один хп, ни ТП-шек, ни ультов не было. Можем кого-то убить? Они ходят все по карте разбросаны. У нас есть кентавр, который может убить. Нет, мы не можем, потому что... Потому что ты не можешь прыгнуть и застанешь его? Наверху, братан, что он делает? Вот тут СМ-ка. 50 мин. Должно быть. Есть ли там нажимать? Ракета летит. Боже мой, ничего! Чувствики не помогут. Да бред. А, у Ценки... А, я понял, у Ценки больше, чем наши мейнкэри. Кого из трех мейнкэри ты имеешь в виду сейчас? Тот, который фармил. У нас есть кэри, который фидил, который фармил в лесу и который фармил. Не знаю, по-моему, у нас никто так. Дима-то фармил. Все у него счет 1-0. Такое. Ну пойдем побеситься. Паша, ты давай, может, подойдешь и будешь криков пить? Хорошая идея. Ну вот видишь, нормально оказалось тебе. Мальчик что-то хочет. Ну что, у нас у цемочки дагер не даст. Урна. Тебе бегут, тебе бегут. Беги, рановей. Так а чё, рановей? Можем тут ладно. Или я сам могу. Давай. Телепорт. Пошло. Форс. О нет. Он видит меня здесь? Не видит, нет? Нет! Видит, видит. А мне хватит её спылу? Хватит. Как же сегодня жестоко, что такое? Боже, как он задолбал! Постоянно прихожу на любую линию. Что-что? Что у нас тролль есть в команде, да? Тролль в команде? Андрей, не хочешь в миде бахнуть? Давай, ну а как мы его бахнуть будем-то? С прокаст. Нет. Ну, в смысле, ладно, давай попробуем. Ну давай, прыгать на него. Давай, давай. Стомпить, стомпить, нажимай. Ладно. И ЦМ-ка заодно. Нормально же получилось. У меня нет. Нормально, ну, так на самом деле. Не думал, что она навсегда здесь одна, но... Типа у Цемки Транквилл и Мидас Даггер, да? Ну, и Мурна, и хорошо. Она же не знаю. А что модный кентавр покупает? Я могу купить какой-нибудь этот? Купи возврат. Ну какого хрена? У них тут вижен. Возвратку. Сейчас я посмотрю, что есть, в принципе. Ну ты чё творишь? Ракета полетела. Дима, ты чё, неадекватно? Что это было?
Немного минут, Паш, просто уходи. У меня есть. Да. Из-за того, что какой-то этот стрёмный тип сломал мою баунтиру, но? Да, да. Поэтому ты пойдешь видеть, нет? Поэтому у меня не хватает билды до блэйдмейла. Шейкера почти весь есть. Андрей, аккуратно. Чего, у них же нет лишь здесь. Я точно знаю. Теперь есть. Рили? Он пошел. Вот. Он пошел вот сюда. Я не понял, короче, что произошло. Как он вообще шел? Он идет вот сюда, и потом. Возвращается вот сюда? Ладно. О, у нас стреляет в Вагнерс. Надо кто-то крот фит. Ну, у них... Минус треть, т 4. Ой, ты стреляет. У них гирокоптер один ходит, можно его убивать. Алло, есть? Что ж нужно? Вы можете не стесняться говорить, чтобы я нажимал этот спел, чтобы вы убегали? Ну, предлагаю мне. Там на бомже мини стоят. Что такое на бомже? Ну, возьми снова продавцы. Я понял. Вот. Тебя убьют сейчас. А чего я не могу нажимать этот? Ну, да. Нормально, кстати. Вот и тут блядь еще. А мины взорвали тут, нет? Не уверен. Я не взорвал. Отойди подальше, чтобы тебе не дамажило. Вау, а какой там рейндж вообще? Большой. Типа. Чуть-чуть больше, чем. Ну ты еще подберет башни, да? Виз. Может хоть варт поставлю. Шейкер в мид прилетел. Шейкер еще на блэйд. Можем убивать типа лечи или гирокоптера? На этого будет на гирокоптера сейчас? Я с треволов прилечу сюда. По-моему, он знает. Он видел. Да, давно еще там убили. Пойдем, шейкер. У инвиз есть. У инвиз даггер не может. Отстойно. Типа, смотри, как цемки не должны так стоять.
Давай, давай. Тут, короче, где-то шейкеры меня. Может, ставят там свое говно. А вон шейкер внизу. Тут где-то мины могут быть. Вон там минер был там. Ладно. Нашли. Можем с ним драться. Я могу прилететь, если надо. Он тут лич. Там гирокоптер стакает тебе. Вообще я могу на шейкер на этого? Я через 10 секунд. На пост на вас еле ушли. Нажимать что-то? Ребят. Лича нет. Вот здесь лич. Идите на него. Давай, давай, давай. Офисур есть. Он вот сюда пошел, по-моему, нет? Мне купить траску или искать? Ну давайте. Давайте, лом. Пойдем. Я беру нечто. Я не могу юзать эту штуку. Лол. Почему я не могу юзать Сандер во время... Знаешь, last hit. Что ты не можешь юзать? Я ему до этого фиссур дал. Я ему дамажил плод. Ну, во время чего? Во время того, как она меня в колбу закинула. Можешь просто ранжанить? Да нет, не хватало. Точно можешь. Точно можешь. Да, там, по идее, просто рейндж у неё очень это маленький. Это ж колдовство. Попробуем мид снести. Попробуем. Ребята, там сверху бежит вертолёт. Вертолёт с гирокоптером. Он ещё один. Дабл дэмэдж, дабл дэмэдж у него. Давай, ладно, поднимешь? Бегите! Бегите! Дабл дэмэдж. Он, кстати, собирает себе этот. Я умер, короче. Не, ещё. Брось меня. Нет, ещё можно. Ракета за это тобой. За мной. Нормально, нормально. Это за тобой, Паш. Братан. Уже выехали. О, красава. Прям перед лицом почувствовал. Можно вардов нам поставить на карте, чтобы можно было видеть? Ну, типа, вот тут, чтобы было понятно, где они находятся. Они в лесу или убивают? I'm dead, I'm dead. Fuck. What? Ты почему? А чего происходит? Почему не могу ходить? А зачем ты тэпнулся туда? Тебя спасать, ну. Я уже давно сдох. Я думал, я нажал типа shift и dagger вот сюда. Вот я нажал shift и dagger. Я не такой шанс. Почему? Тебя успели заморозить. Каким образом? Ну ты должен повернуться перед тем, как блинк. Что он делает? Ну, знаете, какая у вас была работа? А, он 11 уровень? Почему нас троллили на троллили? Я не понял, а что с ним не так с этим троллили? Это он ни к чему, если честно. Он же с ним участвует вообще нигде. Вот именно. Тебе шейкер вот здесь. У тебя шейкер там наверху. Плохо. В смысле, он мог, конечно, кажется, куда-то сюда еще. Но, у меня 200 монет до даггера. Может лучше мне? Ну-ка, чё она здесь что делает? Как? Я не успел нажать. Как играть в эту игру? Наш тролль умирает, здесь будем его спасать. Почему все умирают? Почему? Почему мы не можем подраться с ними, когда они... Их тут двое. Типа, минера здесь нет. Нет! Вот сагоним.
Посмотри, посмотри на это. Ну, сколько у него хп было? Давай, 3 ТП-шки. Что много сидеть. Смотри, я сейчас такой, что у меня сейчас мгновенно фиссура. Хватит цену, не? Шейкер здесь инвизи, наверное. Хватит на него. Тима. Ну, твой он же хочет меня. Смотри. Так на него, а не от него. Ну, я думал, ты прыгнешь. Ты же кем-то выступаешь. Лол, я не достал по тебе этим. Не понял. Я поехал отсюда. У меня нет ульты, прыгать. Сколько рейндж? Мы же сделали 900, не? Клетка на меня убьете? Я не помогу тебе. Ну, достаточно. Настоящий, да? А поднимешь его? А, ладно. Я не уверен, что он сам. Мягко говоря, не уверен. Алло, ребята, поддержите, пожалуйста, минуты 4 паузу, хорошо? Спасибо. Я сейчас буду. Ну, я не знаю, мы как... Мы не можем вам выиграть, у них просто так много шмоток. Троллячная игра вообще не ощущается в этой игре. Я не знаю, потом мы играем. Так у него и шмоток нет. Так это странно. Ну, там у Герокоптера нет ТП-шки, у Шейкера нет ТП-шки. У меня будет только минер, у Цемки тоже нет ТП-шки и Лич, наверное.
Грязные анпаузеры. У меня есть байбек. Могу драться. Ты как умер. Есть какой-то еще байбек? Я сейчас появлюсь. Паш. Не, нет. Я тоже нет. Your middle barracks are under. Your middle barracks has fallen. Ло, я нажал, нечестно. Уже 20 человек. Нормально там бортан уже. Кач. Лиз, kill the rocket. Шейкер видишь? Кого там висит уже, наверное? Ну я не знаю, я не могу идти пушить, потому что у них минер постоянно под спидом. У них тревела уже какая-то есть, цемка, да? Да, цемка. Там у всех тревела есть. Цемка, лич, вертолет. Отстойно. Чекер сдавался. Вертолет сатаник. Тролль ничего не делает, он стоит уже, по-моему. Your bottom tower is under attack. Хороший тайминг, Клад. Алло, алло, алло. 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 Меня еще не забанили? О, у нас всего одна линия упала. Да, забей, мы их тут трекаем. Врываемся на топ? Конечно. Конечно. Боже, он серьезно побежал. Да смотри, мы всех их убили почти. Нет, только не еще раз. А чего у нас? Это была интересная игра. Я так себе, если честно. Лол, а чё вы меня убили 10 раз? У меня был же 7-0 счет. Нет. А, нет, 7-1. По-моему, у тебя был счет 3-13. 3-12, точнее, там еще наубивали. Не помню такого. Я записывал на бумажке. Вот она.
Смотри реплей. Ты смотри реплей. Кто первый сказал, тот и не смотрит. Мне кажется, у нас проблемы в фазе пика, как вы считаете? Нет, я не считаю, что у нас проблемы в фазе пика. Мне тоже так кажется. Типа... В фазе пика типа это. Лол? Найс фид. Найс суппорт. Секунда не хватило, чтобы убить их всех. Я майнерный. Все такое. У него 119 крипов. Что он делал? Ты видел его в лесу? И... Может он тест? Я не знаю, если честно. Что тролль делал? Через Владимирс. Connecting to the Dota 2 Network. У вас тоже такая же ситуация, да? Я думаю, поэтому проиграли, потому что... Вы посмотрели... Этот Кунг Фьюри. Да, ну я начал смотреть, так. Лол. Жесткая какая-то штука. Хорошая кинца. Гуляхоза, гуляхоза! Тия, кейм эмот. Ладно, короче, гейм вот найс. Паш, 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 стой, стой, стой. А сегодня вечернее будешь в CSGO? Я думаю, не. Не? Ну ладно. Не. Ну ладно. Удачи.